Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление. Был совершен подрыв сооружения Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, целью усиления своего потенциала противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне. С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительной территории и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия. Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды из Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территории. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.